Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас интересные покупочки Яндекс.Маркет, Wildberries, Fix Price. Покажу вам очень крутое средство для волос. Итак, поехали. Покупочки Яндекс.Маркет, и здесь у нас вот такая вот бюджетная туалетная бумага, но с очень хорошими отзывами. Я не помню, брала я батист или не брала. В общем, это серия премиум по 8 рулонов, и они вышли, какая-то пачка, по-моему, вот эта вот с сиренью 190 рублей, а премиум, нежнее, чем кашемир, 206 рублей. Ну, то есть, это вообще хорошая цена за 8 рулонов. Главное, чтобы качество не подвело. Очень хочу распаковать. От сиреневый прям яркий, насыщенный аромат сирени. Прям вот в туалетной комнате будет пахнуть, когда будет висеть этот рулон, абсолютно точно. Белая – это гипоаллергенная, она совсем без всего. Посмотрела, ну вот вроде и ничего. Она такая рифленая, мягенькая. Даже не знаю, толще или тоньше Зевы. Мне кажется, у нас такой же расход будет, как и у Зевы. В принципе, все то же самое, роза нарисована. Мне кажется, по плотности, ну вот ничем не хуже. А по мягкости, мне кажется, вот она даже мягче. Она даже мягче, чем Зева. Зева может быть трехслойная, чуть-чуть потолще слой. Слои у нее. Да, здесь три слоя, может быть, чуть поменьше, но за счет того, что она такая вот рифленая, и она мягче. Вот однозначно она фикс прайс, целые пакеты. Что же здесь у нас интересно? Здесь взяли вот такие вот кокосовые чипсы. Ксюшка у кого-то пробовала, сказала вкусные. Попробуем. Дальше корм Катон. Кстати, не бюджетно совсем. Фикси можно взять дешевле. По 22 рубля был чек. В конце покажу. Вот такая вот вертушка у нас во дворе есть у друга, у Крисы. Она захотела тоже такую. Прикольная, кстати, штука. Пускать можно высоко, крутится здорово. Так, дальше Ксюшка взяла себе вот такую вот интересную штуку. Это типа водного пистолета, я так поняла. Будем потом в Дзене показывать короткие ролики, как это все дело работает. В общем, струи воды, они вылетают из вот этих силиконовых трубочек. Интересная задумка, на самом деле. И вот тут разные верхушки были, разные зверюшки. Так, вот такие пузыри еще себе девчонки взяли. Это, знаете, такая вот очень быстро ломающаяся вещь, но они любят, берут периодически. Рогатка внутри. Очень почему-то быстро всегда ломается. Сколько бы раз ни брали, ломается быстро всегда. Дальше вкусняхи. Вот такое беру в первый раз. Десерт, картошка. Взяла себе вот такую маску, густое масло для волос, именно горчичное. Помню, у меня вызывало раньше полный восторг, давно-давно не брала прям совсем, поэтому взяла, действительно классно увлажняет, классно питает, прям масло масляное. Вот именно горчичное, помню, у меня было в любимчиках. Дальше вот такие леденцы, я так поняла, по типу Бон Пари, но здесь еще груша, тутти-фрутти и даже кола есть. Девчонки себе выбрали. Так, это покупочки мужа, я так понимаю, какие-то цветные всякие изоленты и щетка. Он такие берет для торпеды в машину. Так, дальше. Взяла две кружечки. У нас что-то кружки побились. И мне прям понравились. Дизайн нам под кухню, подо все подходит. Здесь целых 400, по-моему, 80, да, миллилитров. Это Kitchen. Выбирала. Много, кстати, побитых было. Они в разных цветах представлены. Мне понравились вот такие. Вот именно две штучки взяла. Смотрится классно. Мне нужна с утра большая кружка кофе. Вот мне почти 500 миллилитров. Это прям класс. Крис себе выбрала вот такой органайзер. Вот такая вот корзиночка. Сказала, буду ходить за грибами. Так, информацию показываю. Home Time. Цены потом вам в конце тоже покажу. Пригодится для чего-нибудь. Взяла вот такие вот прихватки для штор. Покажу обязательно в отдельном ролике. Взяла девочка в детскую. Бирюзовых, ментоловых прям не было. Но вот эти вот тоже более-менее. Цену, кстати, даже не знаю. Мне понравились, я взяла. Поэтому сейчас все вместе посмотрим, какая же там была цена. Так, дальше постоянная покупка — влажные салфетки. Ну, как постоянная, мы фикс в последнее время редко ходим, на самом деле. Вы и заметили, на канале у меня мало обзоров, мало покупок, а тут прям решили закупиться, так закупиться. Еще вкусняшки, ломтишка, они теперь в пакетике появились. Раньше, я помню, мы их брали в каком-то другом формате. Вкусные, прикольные, почему бы и да. Так, дальше что у нас тут? Девчонки себе какой-то гадости попить набрали, как всегда. И
Это тоже покупка мужу. Это он себе взял на работу, я так понимаю, защитные очки. И игрушка Крис. На нее прям точно в Дзене будет отдельный обзор. Вот такая вот Play Game. Животный мир, динозавры. Динозавр шагает и мигает. Разных расцветок они тоже были. Налей динозавра немного воды, увидишь огненное дыхание. Вот, тут написано, как наливать. Надо какой-то штучкой ему сверху на голову. Интересная задумка. Посмотрим, потом вам обязательно покажем. 3+. Так, ну и вроде все, да, пакетик разобрали. Вот такие вот покупочки были в этот раз. Так, и теперь чек. Чек. Показываю цены. Здесь у меня должно быть без скидок. Ну, с учетом карты. Карта у всех есть. В общем, кому интересно, нажимайте на паузу. Все видно хорошо. Всего вот на 1981 у нас вышло. На этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, в том числе на спрей, она в описании. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.